Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Сегодня у меня новый аэродром, довольно-таки серьезный. Вот, и что нужно для регистрации? Вводим email, придумываем пароль. Вводим вот такую вот капчу и нажимаем сюда. У вас пойдет отсчет времени в секундах, на почту придет код. Вставляем этот код сюда, нажимаем sign up. В почте будет написано, что этот код, который вам придет сюда, будете вставлять, его нужно сохранить. Значит, ну, сохранить так сохранить. Значит, он нам будет нужен для чего-то. Далее попадете в такой вот кабинет. Так, что у нас здесь? Вы заходите после регистрации, вот в этом окошечке, в этом разделе, будет у вас 30 монеток. Вот, EPN. Токенов, и мы ежедневно заходим в этот проект, здесь вот такой календарик, и нажимаем вот на эту кнопочку sign in, и нам вот в этот раздел ежедневно будет капать плюс еще 30 монеток. Вот, далее обязательно присоединиться в группу Telegram. Языки здесь русского нет. Так, что еще? Здесь нужен кошелек Neo. Вот. Значит, давайте закончу по этому проекту, потом перейдем в кошелек. Партнерская программа. Вот на эту вкладочку нажимаете, и вот ваша реферальная ссылочка партнерская. Делитесь, и кто любит и умеет приглашать, пожалуйста, приглашайте. Значит, закрываем ее. Так, далее по поводу кошелька. Ну, в принципе, здесь вот поэтому я все сказала. Я вписала уже Neo кошелек. По поводу кошелька, вот так он выглядит, этот Neo кошелек. Установить его очень легко. Значит, но убедительная просьба сохранять. Там надо будет текстовый документ у вас скачается, перенесете его куда-нибудь. Это все сохранить. Так сохранить, чтобы, ну, чтобы был под рукой, потому что Neo кошелек во многих, как бы, проектах сейчас и во многих аэродропах он будет нужен, потому что, честно говоря, у меня вот это уже второй кошелек. Я первый кошелек создала, все сохранила. А где, что мне, вот честно слово, мне не найти. Вот я создала уже второй кошелек. Вот. Вот это адрес кошелька, вот который я вписала. Вот, ну, здесь вот адрес, все это, все-все-все. Запомнить, записать, скопировать, я не знаю, в папку. Ой. В несколько, я так уже накопировалась, все-все-все, там секретный ключ этот надо сохранить, там еще какую-то фигню. Ну и пароль, естественно, запомнить. Там разберетесь, о, ничего сложного нету. Ну вот такой вот проект, кому интересно, присоединяемся, регистрируемся и зарабатываем бесплатные монеты. На этом буду заканчивать, всем удачи, больших заработков, до новых встреч!